Заплывы в студенной воде устроили в Калининграде. Так местные польские моржи готовятся к зимним состязаниям. К закаленным пловцам присоединились и новички. Первый раз я так плыву в такой холодной воде. Ну, все теплее воды. Когда только окунались, а именно вот так вот плавать. Зато бывалым моржам все нипочем. На улице пока плюс 12. Так, дичь, было барзо чепло. Вода очень теплая, слишком теплая для моржей. Но оказавшись здесь, мы захотели поплавать и почувствовали себя как рыба в воде. Польские и российские моржи дружат уже много лет. Встреча дружбы – это наши друзья, сосваженцы. Мы к ним приезжаем в гости раз в год, они к нам приезжают. С каждым разом наши связи все крепче и крепче. Моржеванием увлекаются в основном люди среднего возраста и пожилые. Некоторые верят в его пользу для здоровья, а кому-то просто нравится плавать в ледяной воде. Морзи! Морзи! Морзи!